В зале городской администрации состоялось совещание с руководством Дагестанского фонда капитального ремонта по вопросу обеспечения взносов на капитальный ремонт с населения многоквартирных жилых домов в рамках реализации региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В работе собрания приняли участие заместитель руководителя Дагестанского фонда Магометхан Далгатов, первый заместитель главы администрации муниципального образования город Хасавюрт Кургули Кургулиев Исмаил Надырбеков, начальник управления коммунального хозяйства Арсен Али Мустафаев, руководитель управляющих компаний. Участниками собрания было отмечено, что при формировании реестров собственников специалисты фонда столкнулись с рядом проблем, связанных с отсутствием в республике единой базы информационных ресурсов потребителей и поставщиков жилищно-коммунальных услуг, что и позволяет затруднить осуществление сбора в многоквартирных домах. В своем выступлении Магометхан Далгатов подчеркнул, что в Хасавюрте очень низкий процент сбора платежей с населения на капремонт, тогда как в Каспийске и Дербенте он достаточно высокий. Нам надо иметь единый платежный документ, надо формировать. А вот это единую информационную базу должны иметь. Вот это, мы говорим, надо создать. Каспийский хорошо пошло, Дербенте хорошо идет, Избербаш хорошо идет. Информация, чтобы входила туда, и там, чтобы согласно вашей информации формировался единый документ, этот единый документ должен доставить каждому потребителю. Согласно закону, мы обязаны ежемесячно представлять ему квитанцию, счет квитанцию. В завершении мероприятия Кургули Кургулиев поручил управляющей компании «Общество с ограниченной ответственностью Спецсервисконтроль-М» разработать план работы по многоквартирным домам. Также в продолжении отметил, что готовы сотрудничать с Республиканским фондом по капитальному ремонту, если все пункты программы будут идти во благо для жителей Хасавюрта. Пурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».